пройдет время, никогда его не вернуть лишь меня. Пересчитать людей по пальцам, кто остался близким. И на сегодняшний день мне хватит и одной кисти. Люди уходят, ухожу я, остаются мысли. Ответа ждать не надо, это чей-то вымысел. Это вынес я и думал, повторов не будет. Но люди не святые, и я не ангел по сути. Пока петля крутит, можно и об этом подумать. О друзьях и ту, что люблю до жути. Сегодня я один с этой мыслью на пару. Одеваюсь не спеша и тихо сваливаю. Ее нет даже на симке в моем мобильном. А друзей по-своему где-то закрутила. Меха под никотином, легкого Мальбора. Веселые фото всех, кого знаю я. И по-любому будет все у всех хорошо. Написал бы еще, но слов я не нашел. Вера уходит второй, оставив приоткрытая дверь. И та, что за ее спиной, по привычке уходит последней. Часто бывает и, увы, необратимо. Мы вырастаем и прячемся по своим квартирам. Как это ни печально, но так будет и было. Просто все стали старше и многое забыто. На свой район я появляюсь все реже и реже. Быть может, расстояние эти границы режет. Но раньше прыгнуть в плацкарт было намного легче. Чуть больше полусуток и рюкзак на плечи. И вот мой двор, где проходило все время. Ночами беседки, разговоры о вечном. Мечты в будущем обязательно станут явью. По рассвету домой, счастливые и пьяные. Первая любовь, знакомый домофон. Домашний телефон и разговоры ни о чем. Сейчас это все, как будто бы сон. За окном Москва и на повторе этот музон. Вера уходит второй, оставив приоткрытая дверь. И то, что за ее спиной, по привычке уходит последней. Привычка уходит последней. Как вода сквозь пальцы стекает время. Никогда не